было. Я бы сейчас был супермен бы. А надо мной сейчас находится Mercedes S63 купе. Очень мощная, очень быстрая машина, дающая огромное количество эмоций. И здесь уже изготовлен выхлоп на титане. Владелец столкнулся с тем, что слишком громкий выхлоп, потому что здесь идет прямая труба. Вот как она вот выходит из моторного отсека, и до конца была прямая труба. Наша задача состояла в том, чтобы этот громкий выхлоп приглушить. Соответственно, мы изготовили на нашем производстве банки из титана, которые позволяют эффективно заглушить все вот эти вот лишние частоты, которые идут на прямотоке. Мы начали с задней части, с заднего моста. Остальную систему мы не согласовали на доработку и переделку, поэтому заднюю часть мы сделали, поставив две титановые банки. Далее перейдем к звуку и послушаем, как он звучит на улице. Титан – это металл, который используется в разных типах промышленности, в том числе в авиационной. Его основное свойство и его основное преимущество в том, что вес деталей из титана, он в разы ниже, чем вес нержавейки. Цена по изготовлению банок, их установки, составила чуть больше 100 тысяч рублей, и по времени это заняло 1.5 дня. Если у вас есть автомобиль, на который вы хотите поставить титановый выхлоп, можете обратиться к нам для расчета стоимости. Всем счастливо! На связи Игорь из «Ультравыхлоп».